Черная пятница не за горами, весь мир будет шопиться, как сумасшедший. Давайте сегодня о нем и поговорим, о шопинге. У меня для вас важная новость. С 1 декабря тариф премиум навсегда продаваться больше не будет. После 1 декабря купить его будет нельзя, поэтому у вас есть последний шанс купить безлимитный доступ навсегда ко всем возможностям сервиса Puzzle English. А это более 1000 часов коротких уроков по грамматике, более 20 тысяч видео пазлов и многое-многое другое. Прокачивайте ваш английский вместе с Puzzle English. Все подробности по ссылке в описании к этому видео. С вами Кэт, и ты смотришь Puzzle English. Со словом шопинг можно использовать слова to go shopping и to do shopping. Go shopping – это когда ты просто идешь за чем-то новым, потому что тебе надо или просто захотелось пройтись по магазинам. I need to go shopping for a new coat. Мне надо сходить купить новое пальто. Do shopping – это когда ты покупаешь продукты в супермаркете, и это скорее необходимость, нежели удовольствие. Это какие-то регулярные покупки. I do my weekly shopping every Sunday. Я закупаю продукты на неделю каждое воскресенье. My wife always does the shopping and I do the cooking. Моя жена всегда покупает продукты, а я готовлю. Еще шопинг не всегда заканчивается покупками. Например, to go window shopping. Это значит глазеть на витрины, но не обязательно с намерением купить. I was just window shopping and saw something I liked. Я просто глазела на витрины и увидела что-то, что мне понравилось. To shop around. Это про то, что ты хочешь посмотреть что-то в нескольких магазинах, прежде чем купить. If you shop around, there's a good chance you'll find the exact same thing, but cheaper. Если ты посмотришь в нескольких магазинах, пошопишься around, то есть вероятность, что ты найдешь то же самое, но гораздо дешевле. To browse. Это вот наше «я просто смотрю». Консультант спрашивает. Are you looking for anything in particular? Oh no, I'm just browsing. На другом конце находится мега-шоппинг, когда ты покупаешь кучу всего. To go on a shopping spree. Бурный шоппинг. I went on a shopping spree on Saturday and spent way too much money. Я пошопилась как следует в субботу и потратила слишком много денег. To splash out on something. Сорить деньгами, потратить много денег на что-то. I splashed out on a new MacBook Pro. Я разорилась на новый MacBook Pro. И еще есть такое понятие, как retail therapy. Это шопинг как терапия, способ отвлечься и развлечься. I've been kind of down lately, so could do with some retail therapy. Мне было как-то не очень хорошо в последнее время, так что поход по магазинам был бы очень кстати. Ну что ж, шопоголики вы мои. Не забудьте заглянуть на наш сайт, чтобы урвать премиум доступ по вкусной цене на главной распродаже года. Всем удачных покупок в Черную пятницу. See ya! It's a party animal.